Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте, борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленное при этом мужество и героизм, ефрейтору Алию Юсуфовичу Кошеву было присвоено звание Герой Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Память не знает старости. Подвиг, который совершил Алий Юсуфович 76 лет назад, до сих пор продолжает жить в сердцах его земляков. Имя героя носит улица и школа в родном ауле Бличевсен, а перед зданием школы установлен его бюст, который недавно был отреставрирован. Это, несомненно, говорит о том, что жива память о героях Великой Отечественной войны. И то, что этот памятник расположен на территории школы, является примером воспитания патриотизма у подрастающего поколения. Сегодня территорию школы посетили председатель общественного движения Адыгахаса Аминип Шикуев, который был инициатором, заместитель главы Бличепсинского сельского поселения Рашид Хатков, ифинди аула Ибрагим Кунов, представитель рода Мухарби Кошев. Гостей встретила директор школы Мария Тмикулова. Присутствующие осмотрели монумент, обменялись мнениями, еще раз вспомнили о героическом подвиге Алия Кошева, а также поблагодарили всех, кто принимал участие в реставрации памятника. Советский Союз это хуже цаха захого, кошали Юсуф Вакон. И памятнику медитатор заведали за чем это сойжи. Джинепе ми апаалку тфаху кожи хаб земи ахеки хау. А что цифу ми шишу тесхами ахекату. Памятнику заразу жрома депаду дарушал. Кошим шагу зарихау Адыга хапку дунаем тетин за чеми тиши сетахып. Адыга нафыр ину за атыгу, адыга нафыр митца дахы чарья за ама шиш. Мирчаля чададу заур ку шоу зарихат хитка марит за чеми тасы. Мирчаву хафар ину, нэпэ зар адыга хапку тиши сетахып, нэпэ митца тшхайд апшан вая, тэмы адыга нафыр ину зарихатыгар, тэ нахжгами, нахчалячагами, Челячеху, челячеху, школу, челячеху, 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 Ину фагумечу рапу мизарас ютим мафакаси фагумечу дележам ашиш зарас ижгар ину ти гуапе хозарас гау зар республикови адыга хапкуш амтанапесу мр мшага зезахагам дешапсина ходиеп мрдичадер дешапсина ходиеп миинапе ину яза атагал мр адыга хапкум зачими تتنافسو مرت دغشون فایا مرزودشون فایا تیسابی ماشون فایا تاوزاری حال عقیشتو جاگزار است واقو تاوز کرد بگرم یاد غشون فایا سعی کردم دیشت من رشی بگره توجیش رب جو خریل هستمش کوچک است و خاطران درست میر آبی قصد زاو مرزی آب خوستم بگتر از چنین خود چی خود تکودنت Позже же пало, я бы хотел жать, когда такого хвам зачет, хагаб се ушкуешь до, хважем дескам чи. Не хожу дескам я зачи, хагаб се ушкуешь до. Мер, то хожу за рихар, позже па, то хожу за рихар, хитлкам я рит, иди дежай, иди душуваз ушит. А года иди кот хох сабихам, а года то хожгар за рахан уава, не мер не хожа. За вобанер я мисля гуну, не мер не гаря у, зинче не гаря у. Мы школу дахом безжасхем, армия сушахахом, уеджана кодема, дару я джаху, не сапряу, уеджана шкоху не худа кодяури, а лахмах не сапряу. Бед, тхай рабсоха, хаджажау хуан, амин, уэ, лично зарабху залгазари, код рабшахан бе. Тхай рабсо ушкуари хабурля, жатучи, тхай рабсо. Но бади, дихазу даху фагуахам, мейсин оба, дзагваса, дзагваса,
لو زواجكم فقط داخل زرعت ها وقصالي فزرعت ها زوجة زوجة من دوتوك إغا خان غيسي زوجة دوتوك نرى ريمونت سنة سنة جدرو نو بابسادي جدرو ميس ريمونت هيدغال زر من دغت كدوخا داخل زتا بخوشي ياسواك عاوز زتا أرغنزاتسو О, термос трожуем, добро да тва. А во супадрячку и ты, Рахимов жуярат, хоть тва. А би директор Рахимов Ренат Альбертович. Вы на гасау, вы гуряга тосу, даху, бабзу, а бага чи, чи тва тва. Чи за чезра тва тва, ча пи чи траха, там соджа тва тва. А дали дико пашкохва, потому что жильемица, хоть хабда районом, мазра герою иси, жабица же тхуазуаши. А резонзанцы тхуазуагали тайгапсу, ми свену бэгжифахар, хоть изынчев зуагуха. Ну, у нас школа носит имя Герой Советского Союза Алии Суфьевича Кушева. Мы носим это имя с достоинством. Хотим оправдать, что мы это имя носим. И также находится школа на улице имени Кошева. Это человек, который полностью посвятил себя родине, посвятил себя тому, чтобы мы так хорошо, красиво жили. Поэтому мы надеемся, что мы оправдаем это доверие, доверие то, что мы носим его имя. Ну и хочется поблагодарить. У нас очень сильно болела душа, как Рашид сказал, о том, что у нас памятник так, мы все время старались, но не получалось. Вот, ну и мы хотим поблагодарить тех людей, которые действительно сделали этот памятник очень красивым. Спасибо им огромное, тем организациям и тем людям, у которых болеет душа именно за нашу школу, у которых болеет душа за наших людей таких, великих людей. Не побоюсь этого слова сказать, действительно. Это человек, который единственный герой Советского Союза у нас в районе. И поэтому действительно надо этого человека приподнимать, возвышать. Это правильно, я считаю. И поэтому я хочу поблагодарить всех тех, которые приняли участие в таком, сделали такой красивый памятник нам. По словам директора школы, факт реставрации будет отмечен на торжественной линейке, которая пройдет 1 сентября именно на этой территории.